Хей, с вами Шимики, и это очередная игра, которая довольно быстро скипну. Через серии 2, может одну даже. Может даже эта серия не выйдет, кто знает. Это у нас Outlast, хоррор игра в режиме скрытности. Давайте, короче, новая игра. Кошмарная, псих, давай, нормальная. В игре Outlast встречаются сцены насилия, кровь и сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Наслаждайтесь. Главный герой — репортер Майлз Апшер. Не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискнут сунуться ни один репортер. Одно из таких мест — психиатрическая лечебница Маунт Мессив. Можно смело назвать адом на земле. Его главная задача — докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец. Да, и сражаться с ужасами Маунта Мессив невозможно, так что остается только бежать, прятаться или погибнуть. Вот, стало, ребята, Outlast, да? Кто-то желал, хотел. Я пробовал заснять же первую серию, но дело в том, что очень много весит. Одна серия там 120 гигов, то есть да. Капитан департамента сельского хозяйства заявил, что погодные изменения связаны с разведением скота. А также рекомендовал фермерам и животноводам на выходных посетить семинар на Белла Авеню в Пуэбло. Так, подожди, давай сразу. Язык нормальное, отображение показывает. Вообще не ось. Короче, графика. И не нафиг нам надо. Чуть синхронизация, полный экран. Я скоро буду. Пятек, там приехал товар мой. Так, на чем там остановились? Как-то звуки какие-то тихие. Тихое радио. Где-то мы... Типа ночь, но типа нет, потому что небо светлое. Окей, мы приехали куда-то. Сентября 2013 год. От бла-бла-бла, кому бла-бла-бла. Тема. Совет. Незаконная деятельность в психиатрической исследовательской Мерков. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать. Они могут следить. Я 2 недели проводил консультацию о программном обеспечении в психиатрических исследованиях микров. В Маунт Мессив. Мне заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю. Не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дождались их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Окей. Так, батареечки и наша камера. Давайте проверим, работает ли она. Прям, съемка есть, приближение есть, отлично. Ночное видение готово. Так, ладно, камера заряжена, все хорошо. Давайте посмотрим, пропустят нас или нет. Да, мрачноватое место. Список задач обновлен в вашем блокноте, клавиша Tab. Содержит заметки N и собранные документы G.
заметки. Tab. Я понял. Я что, сюда пройти не могу? А, не могу. Так, у нас батарея. Как присесть? Ага. Alt. Компьютер, мусорка. Чего? Ну ладно. Ну что, тогда я думаю, побежали. Быстрый паркур. Чтобы быстро открывать двери, нажмите левую кнопку мыши. Чтобы открывать двери медленно, удерживайте левую. Чтобы поднять камеру, нажмите правую кнопку мыши. Так, событие записано в записи, добавлено в ваш блокнот. Нажмите N, чтобы прочесть ее. Лечебница Mount Massive. Меня тошнит от одного только вида этого места. Больница Mount Massive. Закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 1971 году. Была вновь открыта в 2009 году компанией психиатрических исследований Мерков, скрывающейся под личностью благотворительной организации. Советы... Так. Сотовые резко перестал ловить сеть. Примерно в миле отсюда. Похоже на глушилку. Едва ли сигнал пропал по себе. Корпорация Мерков издавна нажимает на филантропии, но на американской земле никогда. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может, хоть теперь они получат все вести их на части в аду. И по... Ну, короче, мы... Хуйня в том, что какой-то случай произошел в больнице, ее закрыли, потом ее открыли. Что-то происходит, потому что здесь глушилки у нас, и мы пытаемся их вывести на чистую воду. Окей. Зернистость, конечно, мне не нравится. Такая как-то графика, знаете, немного приуныливается. Mount Massive. Заперто. Заперто. Здрасте. Тут тоже закрыто. Тут тоже ничего нет. Ну, тут стоят какие-то машины, но я не знаю, рабочие ли они. Будем надеяться, да. Ладненько. Погнали дальше. Shift. Охранение. Заперто. Включите камеру, позволяй так приближить, удалить изображение с помощью протокола мыши вверх. Окей. Но пока что ничего такого, типа мы с вами куда-то продвигаемся. Куда-то продвигаемся. Не успел я зайти, как уже нужно выходить, да? Для активации ночного видения... Ух ты ж, ё-моё. Так, почему здесь горит все еще свет? Какой-то преподобный.
что за звук? Либо часы? Блять! Что это было? Ладно, заработал телевизор. Это просто телевизор. Окей. О, да. Там кровь. Там кровь, ребят. Так, компьютер. Батарейка. А, это чтобы закрыть, говорят. Она тут крови. Пипец. Ладно, какие-то данные. Почитаем. G. Психиатрическое исследование Мерков. Проект Вальридер. Лечебница Маунт Мэйси. Выделала 174. Пациент Билли. Дата консультации, бла-бла-бла. Первичное обращение, бла-бла-бла. Возраст 19. Пол мужской. Лечащий врач Карл Хьюстон. Непроверено. Состояние. Пациент утверждает, что состояние самонаправленных осознаний сновидений продолжается. Наблюдается беспрецедентная активность морфогенетических двигателей. Продолжаем четвертую стадию гормональной программы. Симптомы. Спирометрия не обнаружила бронхиальных образований. Выделить эритроциты на геометрической основе не удалось. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает аритмию быстрого и медленного сна. Смех в медленной фазе. Заметки. Билли интересовал ситуацией относительно иска его матери против лечебницы и Мерков. Это показало серьезные проблемы с безопасностью, хотя Билл и утверждает, что источником информации стало кровавые сны доктора Трагера. На заметку. Единственный Трагер, работающий на компании, некий Ричард Трагер. Ответственное лицо в ним. Следует допросить весь вспомогательный персонал и службы безопасности, а также усовершенствовать систему видеонаблюдения, включив биометрическое распознавание. Психиатрическое исследование Мерков, проект Вальридер, лечебница Маунт Мэйси. Как будто, знаете, они сейчас были здесь, а потом все пропали. Потом резко все пропали. Это что, кишки? Пожалуйста, мойте руки. Как-то стремновато. Кровь капает с потолка. Только не ты.
Что у него с лицом? Ладно, просто двигаемся дальше. Так, ладно, запрыгнуть я могу обратно. Это хорошо. Это хорошо. Так, там что-то есть. Прицел там кишки просто, блядь, и что есть. О, блядь! Сука! Нет, я не хочу играть, ребят. Ну нафиг. Ну вас нафиг. Фу, ладно, давайте сделаем так. Только 15 минут прошло. Пиздец. Да уж. Только 15 минут, ребят. Ладно. Это не страшно. Они перебили нас. Вычислили. Варианты. С ними нельзя бороться. Прячьтесь. Главные ворота можно открыть из диспетчерской службы безопасности. Убирайтесь нахрен из этого проклятого места. Так, кто-то коллекционирует, как я вижу, головы. Довольно много коллекционирует. Так, могу ли я залезть? Раном. Ладно. Что он видит? Что такое? Так, подождите, я получил либо записку, либо что типа того. Я внутри. Я внутри, повсюду трупы. Кровь, ожоги с потолка с... Свисают мертвые ученые, головы в ряд, словно бутылки в баре. Судя по бэджам, все из исследовательского отдела Мерков. Подставная шарашка Мерков, помогавшая им зарабатывать якобы на благотворительных проектах. А пусть третий мир подыхает, лишь бы еще пару миллиардов отхватить. Интересно, как они собираются... Так, собирались... выкачивать деньги из этой дыры полных психов. А этот оперативник, они же его как свинью на вертель посадили. Велел мне убираться нахрен отсюда и кони двинул. Жаль, я его не слышал, пока еще мог выйти тем же путем, по которому пришел. Да, херово. А то есть мы не можем отсюда теперь выбраться? Кайф, понимаю. Прикольно. Так, камера, подожди. Она типа садится только когда я в состоянии... Или нет? Да, она походу садится только когда я смотрю.
Через вот такой вот объективчик. Ну, погнали. Ой! Я твою фотку видел. Я понимаю, Всевышний послал мне апостола. Да направит тебя длань Божья, сын. У тебя есть призвание. Окей. Новая цель. Выберитесь из лечебницы, откройте главные двери, чтобы дискриминировать службу ПСП. Хорошо. Этот у нас все еще есть. А. Я понял. О чем они говорили? Что нужно включатель, чтобы включить. Вот черт. Proclaim the gospel. Так, еще данные. Документы. Орден на арест имущества. Корпорация Мерков. Подразделение в США. Орден на арест имущества. Дело бла-бла-бла. Относительно ареста имущества. Психиатрический центр Маунт Мессив. Психиатрическое исследование Мерков. Район пустыни Маунт Мессив. Государственное шоссе 112. Письменные показания под присягой, данные перед советом директоров, заслуживающие доверия агентством безопасности Мерков, АБМ. Катастрофическое нарушение в работе системы безопасности, заражение окружающей среды неизбежно. Мы считаем показания и свидетельства достаточными доказательствами для немедленных действий со стороны АБМ и основанием для выдачи данного ордена. Данный документ приписывается предпоставке АБМ, полный доступ ко всем сооружениям и оборудованию и полностью передать управление его агентам. Согласно данному документу, вы и ваши наследники оказываются от любых исков и требований корпорации Мерков и ее дочерней компании касательно действий АБМ и обстоятельства, в которые они были необходимы. Невзирая на последствия. Так, а смотрите, типа, от меня следы остаются, ну-ка. Типа, я вот в крови походил, да? Да, смотрите, это после меня остается. Так, а вопрос, а куда мне идти? Так, там есть куда-то проход, я вижу. И там много куда прохода. Вниз есть проход. Вот, блин. И там кто-то сидит на... Так, а здесь можно открыть. Так, смотрите, сюда можно зайти. Я могу сюда зайти. Это раз, да? Там получается дверь, и я, скорее всего, выйду сюда. Это первое место. Второе это внизу. Хорошо, внизу у нас ничего нету. Погнали, посмотрим, что у нас. Я понял, туда мы не идем. Так, тут закрыто. Закрыто.
батареечка. Всего 10 батареек. Всего 10 батареечек у нас. Ну блин. Смотрите, сколько у нас проходов. Туда. Нет, стой. Сюда. Туда в коридор. И сюда. Фак. Это получается полицейские, которые сюда приехали, да? Почему я не могу рацию открыть, чтобы посмотреть, есть ли там батарейки? Сюда почему я не могу спрятаться? Там место не так уж... Ну слушайте, в принципе, для так первой серии, думаю, может и сгодится. Давайте мы с вами, блин, я вот не знаю, типа, вот куда мне идти, типа, я могу туда пойти, но мне по-любому туда нужно идти. Ну, и сюда тоже есть проход. Я вот не знаю. Давайте, наверное, я в следующей серии продолжим. Если она будет, конечно же. Я ничего не уверяю. И мы сходим с вами сначала в компьютер, а потом уже туда. Поэтому, да, это коротенькая серия. Почему? Потому что, во-первых, мне стрёмно. А во-вторых, да, я пытаюсь немного растянуть серию. И в-третьих, я не хочу проходить эту игру. Как-то так, ребят. Поэтому всем пока.